Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Федерико Дзуккари «Оплакивание Христа ангелами». Холст масла 232/142. Представитель манеризма Федерико Дзуккари обратился в своей картине к достаточно редкой иконографии. Плаквине, снятого с креста Спасителя ангелами. В пещере, где должно состояться погребение Иисуса, вокруг него с факелами в руках стоят ангелы. Один из них, подняв глаза к небу, поддерживает его тело, в изображении которого художник вдохновлялся искусством Микеланджело Буонаротти. Мощный торс Христа восходит к росписям Сикстинской капеллы, а его поза и вытянутое, отяжелевшее тело напоминает последнюю работу Микеланджело, культурную группу Пьета Ронданини. В удлиненных фигурах ангелов, несколько искусственных цветах одеяния, бесконечно гибких линиях и нарочатой красоте всего изображенного видна кисть маниериста. Живописец поместил сцену в яркий свет факелов, разгоняющих мрак пещеры, усилив тем самым эффект необычного события, происходящего на картине. Ну, вот такое описание картины Федерико Дзуккари «Оплакивание Христа ангелами» я нашел в интернете. Все, всем пока, всем привет, до свидания.